Книга «Открытым оком», том 7, тема «Священство», вопрос 1944. Повышенные требования, пусть даже только некоторых, лишь сегодняшних архиереев к своим посомам, не оттолкнут ли слабых, новоначальных от церкви? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На это не нужно смотреть, потому что есть каноны и соответствующие эпитемии. И в житиях были такие архипастыри, которые желали чистоты в церкви. 1 Коринфянам 4:21. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? 2 Коринфянам 10:10-11. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. 1 Коринфянам 5:3-5. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим другом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Житие Геннадия. Память 31 августа. Святой патриарх Геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитеры желающего до тех пор, пока он не выучит наизусть всю псалтирь. Ибо сей великий архиерей Божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного. Он сознавал, что сей чин только тогда мог быть исполнен тщательно, когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возмогут понимать разумно Писание Божественное. Ибо пресвитер, не обученный книгам, не мог бы учить иных, не мог исправлять и наставлять на путь спасения, не зная сам спасительного пути. На таковом сбываются слова Христовы. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Лука 6:39. Землетрясения будут по местам. Под нами задрожит земля от страха, еще натужится, встряхнется и чиста от нечисти, освобождаясь махом. Необъяснимое подземное движение каких-то складок или же морщин, от нечисти пришло освобождение из-за греха и нет других причин. Воображением нельзя себе представить, какая сутолока будет кутерьма. Все рушится, что из бетона, стали, останется в живых одна тюрьма. Ей провалиться легче до гиены, чем развалить ее по кирпичу. До страшного суда знать будут эти стены. Громада не колеблется ничуть. В нее еще затарят христиан последнего набора и этапа. Последних снимут на большой экран, быть может, патриарха вместе с папой. Их нарекут преступниками века, творящими немалое смущение, не согласившихся себе поставить метку на руку и чело. Таких всех ждет мучение. Смоковницу трясут, спадают листья, сместятся неприступные утесы, рекой кровавой искушением листья
простите, рекой кровавой искушением лица эфир заполонили мухи пёсьи. Не пожелай, программа государства сожмется, усыхая вожделенья, воды и хлеба нет в ином богатства. В последние вошли землетрясения, трясутся руки, губы и сердца, основы цитаделей и престолы. Здесь малодушным не сносить венца, для гнойной раны чип последнего укола. 3 октября 2003 год. Игнатий Лапкин.